Хербер Касабанын хем күйін вар кенде клисесе. О сайлер онын жаны хем руху. Бүлі айызлу ер вар Кумрат Касабасында да. Йон притече адына. Клисесенін чан етмесе, топлер ешенірі хем усаферлер йортуларда, хем ортодокс христианарына зейне йонемлі гюнерінде. Варада инсанар кувет хем раатлык дуерлар. Сенселяр ішін дуа едерлар Аллахадан ишарак. Чардым сени жит бени и жит бени. История безагюстерирани юг клисянг саварда бу бизим комрата, оварда Божия Материн Юльсюне, успени Божия Матер, уздельна сюлиджесна. Но без блеза чан гильда вакыт, у клися варда, онын темели варда таштан, но кенди клися апылы дуктан ачтан. Вэля ул ев вакыт сора япылар ону чеверел он таша, но искиер клися да эмда комрат бізе бүйілді. Бүйілді инсаннар, улы та зейді инсан, уже о вакытлар уже лазым да бізе олсын, уже лазым да бір башка. Клися олсын. Но варда лаф, они он ерінде апма та бюджерек, то есть геншилтме бу Успение Божьей Матери, Анг Саварда, узнал Клисе Букомрата. Ама Ильяс Ролаф Волдани Бракма у Клисе, они усунули Клисе Мезарын Адна, то есть они не рада Мезар Клисесе, а Япма уже Брда Центра, да, Касабан Ортаерне, Япма Табюджера Клисе, Анг Саварда, Джидемер, Битюн, Джиски Гагузи, один Орта Клисе. Уже варуля İki data bize denilir hani var 1819. yılda söylenir hani çekettirilme bu kilise var hem ikinci data da 1840. yılda no ikinci data bize vardan 1840. yılda bu ta diyeceğiz ki böyle ta dostaver hani çünkü dine o yılda уже ya da kilise çekettirildi düzülme ya da o kilise o gün açıldı mı, освещаться oldu biz bunu точно bilmeyiz. Но bize de bu iki data var yakın. Niçin ki dene söylenilir hani o günde уже çekilir kilise işleme yer. Ama kalakolimiz hani bizim var kilise önünde. O 16-17 yıldan sonra çekilirince kilise açıldı. Уже çekildiler onu yapma düzmeye deyin. Bu kilise çekilirildi. O vakitler hangisi vardı, papazlık ederdi bu Kumrat Kilisesi'nde vardı Praterey Feodosiy Maruneviç. O yıllarda hangisi kaçındı, hangisi çok işler, ondan çekettirilme bu kilise. O, hem de o yaptıktan sonra da o burada oldu ilk papaz. Hangisi götürüldü burada bu Ayos службаларын. Церковь была построена в 1840 году. Эти источники подтверждаются также источниками царской России. По румынским источникам церковь была открыта, значит, построена в 1856 году. За период музея, собирая информацию, сторожил информацию из изданий, было предположение принято, что вот этот период, разница между царскими источниками и румынскими источниками, был период строительства. Из истории церкви я могу сказать, что она изучена пока очень слабо, история церкви Гагаузии. Основными ее исследователями были Берг Машков, Михаил Чекир из Чедерлунги, а также из современных Степан Булгар, Степан Курогла, Курдогла, Губогла. Вот, но это их исследования носили такой фрагментарный характер. Вот наш собор был построен в середине 19 века, 1840 года. Его основным вкладчиком был житель города Булукчи, и его лик даже запечатлен на колоколе, на большом колоколе нашего собора. Он был основным вкладчиком для постройки этого храма. В нашем городе было в тот момент, как пишут историки, в начале 20 века, город населяли 9 тысяч человек, 9069. И было у нас три церкви. Собор наш был, потом была церковь Успения Божией Матери, которую взорвали в 1970 году. Она находилась на территории нынешнего мемориала славы павшим воинам.
И была еще одна церковь, она находилась в здании реального училища. До нас сохранился только храм Иоанна Предтечи. Январь 20-сінде біздің айыз кресені бар құрбаны, аңғысы ташыяр бұл бүйік Иван Пророктың адына, аңғысы барды, аңғысы барды зетті кенде Иисус Христозу. Бізе дені Иван Креситілі бар бүйік бір пророк, нечін кедені оның Алла йолады Христозуң думасын үнде келмедіні, ане азырлама инсанлары, ане инсанна қабілетсіне кенде Иисус Христозу. Иван Креститель, динли Креститель, не чинкина о варце дарды. Но о варце дарды суйнан, ама о кенди сюлерды, ани геле би маарды мати о, ангысы сизи вартежек айуз духлан. Уля да вар, ани Христос гелер, о уже до вартезли, уже дөнер айуз духа, ангысы духлан бизи варце дарды. Bizim günahlarımıza göre Allah bize veriyeti o işleri bu yeryüzünde hani insanı biraz düşünsün kendi günahların için. Niye bu yeryüzünde oluyor hepsi bir Allah'tan kolörüyle bize dini. No, öyle de oldu hani o vakitler açan insanı üredirler hani yok Allah, yokunca olsun kilise hani kilise de lazım gitme. Bizim saborumuz da düştü teora angıs nerede 1961 yılda bizim kiliseyi kapadılar. Kapadılar. Hem de onun önünde de dağıttılar teo kilise angısa vardı yıl kilise Boji Materin adına. Onu dağıttılar. Bunu da takak hani vardı bir güzel bir kilise onu bıraktılar nice müzeye. No, ben şükür edeyim Allah'a hani onu bıraktılar müzeye de dağıtmadılar. Niçin de o müzeyi bizden korudu bu kiliseyi. Но историям сөйлер, они те вакыт 1961 yılда, узан биз билез, они кресела коланырдылар, коалардылар попазлары, инанчын, они кими, онлары савашалы заставить этмейер, они он атылсына Христоздан, атылсына инандан. 1961 yılда бізе история сөйлер, они те вакыт, они ким гөтүрүді бірда попаз, она чекетидилер бастырма оны. Бастырма да, bilmem cihaslılı, no var öyle yazar, historiada hani o atıldı, o bıraktı popozlığı. Atılmadı inan, bıraktı popozlığı. Da ondan sonra burasını уже geliyorlar kapayalar kilise, уже çıkarıyorlar ikonaları, yakıyorlar kiyatları, hangisi götürüyorlar kilisin, службаларын götürüyorlar. Церковь проработала до 1961 года, была закрыта. И здесь многие винят коммунистов, силовые структуры. Но точно известно, что причина закрытия являлась та, что не было священника. Старый священник Спиней, отец Спиней, умер. На его место был назначен молодой священник Грищенко. Но в ближайшее время он снял себя, сложил сан и отказался от веры, ну, как от церкви. Стал атеистом, замены не было, церковь была закрыта, и было произведено полное разорение ее, ну, шалопаи того периода. Заходили и разоряли эту церковь. Была уничтожена одна из крупнейших библиотек церковных, которая содержала очень много ценного материала. Клисида Бриерда, Нерда Рамаукетла, Яктлар, да, Бюнин Кюгинда, Уарликян, Дурия Клисида Ичинда, на Бюнин Бюн Отай Чикмая. То есть без один был Генова Бернишан, а не без Толмакумза, то Совет Вакатларин, Ангсаварда, Безбожен, то есть Аллахсис, Инсан Савашарда. Но Аллахсыз яшама дени раз кілсе Аллах курду бізе кілсе емін аны оның никогда джендем каплары никогда не сәймейчик. Поэтому ниче да болса Аллах бірақты бізе бұл вақыт ане еп кадар біз көрелім, анлайлым, япылым кеніне вывод. Не ішін бізе бұл арды. Енді білмәе дені, ане ұмытмама ары, ане сотаки тарсы сөйлемен кілсен ері бар айыз.
1961 году церковь была закрыта и за несколько лет была полностью разорена. Вывозились иконы на уничтожение, ну, в топку, в частности, в хлебокомбинат, в пекарню. Одна из икон, история очень интересная, сохранилась, она находится в церкви, это Матерь Божья, подарок тетке моего отца нашему собору. Когда в 1961 году было постановление советской власти о том, чтобы как можно больше закрывать храмы, к сожалению, попал и под осуждение, под статью и наш храм. И в первую очередь спасибо людям, спасибо нашим прародителям, которые постарались и совершили то, что они сумели сохранить этот храм от взрыва. Конечно, печально то, что совершилось поругание над этим храмом. В каком смысле? Очень много икон. Вообще, на секундочку стоит сказать, что наши иконы, которые здесь были, они все были обложены окладами практически иисусальным золотом. Вот мы здесь видим обрамление, узоры, чеканка. Это иисусальное золото. Практически все иконы в храме были именно такими. Мало, к сожалению, очень мало сохранилось образов именно с того храма. Но вот с этим образом связана такая история. Когда было то, что очень много было икон изъято, и сожгли их в пекарне. Некоторые люди, мне вот в блаженной памяти отец Селян рассказывал, что один человек был воинствующим безбожником. Он взял некоторые из икон и сделал из них дорожку до у себя в огороде, скажем так. Это было страшно. Он сделал дорожку из икон, а много икон были сожжены в пекарне. Но благочестивые люди сегодня и есть еще живы, они живет сегодня еще. Это человек, дядя Алексей, который в свое время, он был также и певчим, и пономарем в этом храме. Вот он, несмотря на то, что он может попасть под осуждение, то есть разборки на партсобрании, он тайно берет этот образ и прячет его у себя в доме, прячет в стене, прячет, завернув в холщину, то есть мешковину, и замуровывает, так как наши дома все раньше были не из камня, а были из земли сделаны, из глины, то есть это можно было легко сделать, прорубив нишу в стене дома. Он так и сделал, и замуровал, замазал, скажем так, это, прикрыв потом это ковром. Прошло очень много лет, и вот уже когда власти дали возможности, храмы стали открываться, он несколько ночей подряд слышит доносящийся плач. Плач детский, плач ребенка, и где не мог понять, откуда он идет. Но это ночи напролет, каждую ночь практически. И когда он, однажды прислушавшись к этому плачу, он услышал, что он доносится из стены. Отвесив ковер, он слышал еще больше. И потом, открыв, то есть прорубив штукатурку, открыл этот образ, снял его из мешковины, он увидел, что на лице Пресвятой Богородицы были огромные слезы. Это было видимым знаком того, что Пресвятая Богородица желает вернуться в свой дом, откуда она была изъята. И он принес ее. Здесь она была с честью встречена, совершался перед ней молебен. И знаете, тоже вот я благодарен очень отцу Юлиану, то, что он
вот с такой любовью всегда рассказывал мне эти рассказы, истории, связанные с ней. Сохранилось еще старое утро. Пару икон, я постараюсь их сохранить. Да, это вот люди в свое время давали, приносили. Уже от старых людей оставалось, вот они, ну, ввиду много, хоть какие-то мы сохранили. Кто-то писал, это такое вот. История генезе гостерер ачан у вакытларда савыштылар иконалар чыгардылар, иконалар ташыдылар, яктылар, кеттер яктылар, савыштылар естественно ан чаннада дүймесин касабада, унлары йокынча чыгарсына ернин ичинен ана пек бүйүк, пек ар, эмде унлары якшыма эле чыгарма, чынки унлар та дүйлөркөн коюлдулар. Но не бар жапсынлар, уна чыгарлар чаннын диллерине аңгысы өтмесинлер. Ан кимси савашмасын унлары урма, то есть олмасын даже касабада чан сесе. Тез билен анчам уже ачылды клисе, естественно, диллер йокту. Нерде бул, ким унлар алды, нерде сакладылар, бул эле да билинмеди. Тез билен уже савышты, Аллахын ярдымын эмне бар инсандар аңсы качындылар, токарлар яптылар, чектилер яптылар дил. Но, конечно же, без билез уже то сес аңсы барды та башта, но уже йок эле сес, инже эле азында болсун. Потому что ачан без билез аны клисе чаннар, ачан дөкүлер, то дилі дәпілі о сплавдан аңсы бар чан, ане осын созвучие, то есть именно ішіділсін бүтін сес осын бүтін касаба. Но бүгінгі күнде пока бұ диллер аңсы қойылды, өтер, но дил төлән же бар та баштан. Ну, шүкір Аллаха, ане хоть несі де бар, ане бізді бар, ане біз просто білінмей те о сплав аңсы неден әпілі, ане естественно, япма те диллер кетіртмей те о те ура аңсы бар та чекетмеден бұл кісе дүзілер күні. Вот, если получится, если Господь подумает, сделать железные лестницы, легче, думаю, что будут винтовые, чтобы дальше подниматься на нашу горницу. Вот пройдем. Историческом месте на колокольне, которая была построена 20 лет спустя после освящения, примерно в 1870-х годах. Изначально колокольня была деревянная, сделана как помост на четырех столбах, на которых держались эти колокола. Когда в 1900, что эти колокола были выполнены в городе Немирове, нынешняя Украина, при пожертвовании горожан, таких братьев, как Георгий и Николай Буклукчу. Здесь, если можно, есть запечатлелся бюст этих людей, этого человека, старшего Георгия, как бы вот в память о том, что он пожертвовал на эти колокола. Когда в 1961 году языки были сняты, они были утеряны, до сих пор судьба их неизвестна. Но уже потом, ближе к 80-м годам, к концу 80-х годов, по заказу и просьбе с Ростова были выплавлены языки для колоколов. Но они уже, к сожалению, не того сплава, который изначально были колокола. Ну, на том спасибо, звон прекрасный. Эти колокола недавние тоже пожертвовали неравнодушные люди. Ну, спасибо Богу, вот здесь настоящая история. Сейчас будет продемонстрирован звон, который созывает людей на богослужение уже на протяжении многих лет. Здесь, в нашем кафедральном соборе.
Да, приходят и деточки, приходят и взрослые, хотят увидеть прекрасный вид нашего города. Ну и самое главное, тоже открою одну тайну. Звон колокола сокрушает внутри всякие болезни, особенно раковые. Люди приходят, зная об этом, когда совершается звон, они прикладывают руки, либо если у кого болит голова, поднимаются и вот прикладывают голову к колоколу для того, чтобы звук, вибрация очищала организм, очищала. Это уже и научно доказано. Ну и знаете, как в Евангелии сказано, по вере вашей, да будет вам. Насчет шпилей очень большой заходил разговор, что снять кресты, поставить шпили. Директор Маринов Анатолий не был с этим согласен и был вызван с Кишинева Петр Лучинский, который был президентом. Он тогда был вторым секретарем по идеологии. И Маринов Анатолий смог убедить его, что со шпилем на Маковке данное здание смотреться никак не будет, и будет нарушена архитектура собора. Он согласился с этим делом и сказал, что да, правильно директор говорит. И так было сохранено здание, колокольня, кресты непосредственно. Ну, жители города Камрата, многие, кто знает историю именно того периода, с благодарностью говорят, что практически Анатолий Алексеевич сохранил эту церковь. Хотя их трое, вот три человека, это Секриеру Владимир Филимонович, многие помнят, он директор лесхоза, ветеран войны, был Фролов Виктор Сидорович, проживал в районе аптеки, такой строгий мужчина был до страха. Ну вот он отважился и собирал подписи тоже. Вот. Варчок инсанар, ангсанар, тутер лакында беким бухтер инсанар бу вакытлары, но инсан тачок вар анадер, они кючклюинде очевренилер школа, она гелерле бре бакма музея. Музея görmeye, нинче burada görmeti o ne vardı burada. No kris için bize sadece gösterdi insanlara bu duvarda ikonalar. Niçin ki de ne kris içinde vardı hepsini çıkardılar. Но kaldı da burası музей. А я пришла сюда работать в историко-краеведческий музей. Это был 1986 год. Я, к сожалению, в то время была далеким от церкви человеком, и от веры была далеким человеком. Но когда я ходила по залам музея и забиралась на хоры, на колокольню, было какое-то, что ли, неземное такое чувство, что это здание не предназначено для музея, для других общественных зданий. Оно должно служить по своему назначению. Я не ошиблась. Через два месяца после того, как я поступила работать, началось в городе землетрясение. И вот этот крест, который металлически был на колокольне, он упал и пробил, огромный этот железный крест металлический, пробил крышу нашей мастерской там. И я почему-то, мне показалось, что это было предзнаменование для того, чтобы храм служил по своему назначению. И вот через два года, когда уже начали открываться, повсюду была перестройка, начали открываться храмы, лавры, и до нас дошло вот это вот постановление. Люди стали приходить, верующие, к нам в музей толпами, стали просить нас, чтобы мы освободили здание для непосредственного служения Господу. Я вспоминаю это всегда, потому что люди очень нас просили, они каждый Божий день приходили и умоляли нас. И, ну, конечно, это нельзя было сделать за один день. Все-таки правительство пошло навстречу, выделило здание музея, выделило здание для музея. И верующие люди очень обрадовались. Они стали помогать нам делать там ремонт в том здании, выносить все экспонаты для того, чтобы освободилось это здание. Bu işler bizde gitti 1988 yılda, açam уже верилар.
izin hani açma bu kilise. 1986 yılda açıldı bu yer tepremesi büyüktü ve insanlar söyler hani daha burada Lenin büstleri hani burada vardı kilise içinde düşler kırıldılar. То есть настолько Cimyaralar gösterir kendi kuvvetini. Hani kilise var söteki bir ayüzlü yer. Уже 1988 yılda o vakitlerde açan уже veriyorlar, государство верит, клисе бракер açma hani açılsın, то есть veriyorlar onu insanlara. O zaman atis baba İlyan Anksı burada vardı, ilk diyeceğiz ki настоятель клисе açıldıktan sonra Anksı onun işlerinin, onun staraniyalarının savaşlar getirmek клисе то прежний вид Anksı vardı daha baştan. Ну, очень шля япты, барысын савышты инсана гөзелеттірме, ан инсан кейден дуймастан кейнен музейді, ан о бұлнер клисе ічінде. Атесілің лафындан жібен кейнен іштейді ма, о ачын келмішті бірі, бұл балконнан варды бүтін долайын клисейді. То есть, япылды о вақытлар кейнді музей апмышты бұна, ан инсан кейнді пенсин да көрсін, кейсін, дозалы көрсін иконалар, ан вар дуарларда. Ну, ачын атесілің жа келер, о Onları savaşır, o yılları yıktırır, niçin ki demek kilise lazım olsun açık. Niçin baştan ta açan kilise kurulmuş, ona yoktular. Bunu bu vakitle yaptığım müzey, hani to jest biraz kilisenin manasını değiştirmeye de olsun insan giysin, görsün duvarlarda ne olur. Atis filan savaşta yaptı, hani getirtmeye de o первый образ hangisi var ta baştan. Когда открывалась церковь, к нам приехал батюшка архимандрит Илиан Бондарь из Унген. Он работал в это время в одном из сел Унген, и он к нам был прислан служить в наш собор. Он сам одним из первых засучил рукава и начал готовить храм к его служению. И сразу же люди, по рассказам людей, они тут работали днем и ночью, они даже спали здесь на полу, не хотели домой уходить, не хотели, кто жил, кто приезжал из сел, они не хотели уходить домой, они прямо спали на полу для того, чтобы побыстрее открыть эту церковь, открыть ее. Вот, очень много людей сплотилось вокруг батюшки архимандрита Илиана Бондаря. Он был таким духовником, но строгим был по отношению к себе, а к людям он относился снисходительно, потому что знал нашу немощь, знал, что мы еще пока овцы, блуждающие без пастыря. Вот, и он стал одним из наших пастырей. Yılk служба nice bize ta tesilen söylerdi olduydu Ağustos'un 5'inde açan yortulun yer Boca Materi'nin yortusu Paçayaska ikonu Boca Materi. O günden bugünkü günlerden şükür Allah'a bizim kilisemiz açık. Sal bir lazım bana yakın olma sana ya. Мы с вами сейчас находимся под сводами нашего прекрасного храма, где с Божьей милостью, несмотря на то, что в годы лихолетия, то есть годы воинствующего безбожия, несмотря ни на что, наш верующий народ, люди, движимые любовью к Богу, сохранили несколько икон, несколько святынь, которые были изначально с того времени, как был освящен и заложен этот храм. Перед нами стоит образ Пресвятой Богородицы. Он называется, в народе он называется «Скорбящая». Этот образ по-своему уникален и по-своему имеет особое такое значение. Здесь запечатлен образ, где Пресвятая Богородица стоит с молитвенно сложенными руками, как бы предстоя Христу, распятому на кресте. Этот образ у нас, конечно, копия, но тем не менее благодать, можно сказать, та же самая, как и от первого образа. Он написан, тоже уникальным, в том, что он написан по преданию, по описаниям, как выглядела сама Пресвятая Богородица. Его написали еще в XIV веке молдавские мастера. Сейчас это Румыния, а тогда считалась Молдова, монастырь Сихастрия. Сихастрия означает молчание.
где монахи жили и подвязались таким обетом, как молчание. Вот там написан этот образ, и по сегодняшний день очень много людей приходят и получают исцеление от различных болезней. А уже ближе к 19 веку здесь он был распространен особо, потому что был всеми любим этот образ, всеми почитаем, известен своими чудесами, известен своей историей. И вот по особому промыслу Божьему мы, то есть наши предки, имели желание и совершили написание этого образа, копии. И теперь она в нашем храме. Ебір күн службалар, ебір күн варынчы инсан келсін бірі, конка сталансын, спиады олсын, соршылайын, соршылайын, кенді, кенден кемінен варыны кақырлары анытсын, болсын кендіне жуап, да гетсін бірден еленіклен. Шүкір Аллаха, ане, бүгінкі күнде бізе варыны ара келмер, ане, музей вақытлар қорылу бізе дейін бұл кілесей, аңғысы бүгінен бүгін бізім кілесе біз көзелетірес, Аллахын ярдымынан савышыз, япма бірді. Ремонтлама var, daha çok işler de götürmeye bu kilisede. Но санеманы театрда Аллах бізді бірақмайжек. Әмді инсан да кімінен келе бірі, она да қабіледі те, оны арайалар. Оның да ярдымынан савышыз götürмеге кілісетте оны. Ани бізім ұшақлығымыз да, аңғысы бізім ардымызда бүйер, қабілетсіне бізде иманы, әмі корысына бұл лидийский памятник бізянен бар бұл кілісе. Korusunda da bilsinler hani inansız insan yok. Но hizmet etmeye Allah'a dini istesine bize lazım kiliseler. Şükür Allah'a, tabi şükür ederim hepsinden kimse az. Bugünkü günde savaşıya çalışıya yer götürmeye, bugünkü burada kiliseyi bizim arhiyepiskop Anatoli Anantovar Nastayatili, papazlar. Hani götürüyorlar Allah'ın işini, da savaşıyorlar insanı yaklaştırmaya Allah'a dini.